Просьба от Говарда? Куда его птицы делись на этот раз? Вот и Говард. Человек-паук. Говард, у вас все в порядке? О, живем помаленьку. Посидишь с нами? Конечно. Чем помочь? Иногда я просто сижу тут и смотрю на мир. Паром идет. Видишь? Конечно. Хочешь в путешествие? Думаю, этот мы пропустим. Подождем следующего. Раньше мне нравились паромы. Я представлял, что плыву навстречу приключениям. Говард? Видишь ту желтую яхту? С черным днищем. Стильная лодка. Просто прелесть. Хотел бы я прокатиться на таком шмеле. Эй, Говард! Переплыть на ней через реку к тем трем столпам, к древнему городу в облаках. Древний город? Ты меня запутал. Там, правее, где красные огни. Вижу их. Три трубы. Зачем? Я отдал этому заводу 20 лет, а потом меня сократили. Тогда я потерял смысл жизни. А когда умерла жена... Я потерял душу, но мои птицы снова научили меня летать. Особенно малыш Пиджи. Говард, я помогу. И напоследок. Видишь леди Свободу? Она вон там, левей. Вижу ее. Смотри. Что? Вот эта стая. Человек-паук, мне нужна твоя помощь. Я отправляюсь в путешествие. Но сперва хочу выпустить птиц на волю. Показать им мир за пределами города. Но ведь Нью-Йорк – лучшее место для голубей. Можешь отвезти их на север. В тихое место. Но ведь ты им нужен. Их время пришло. Попробуй свистнуть. Ладно, Говард. Полетели! Держимся ближе к воде! Что-нибудь попадется! Battery Park! Можно будет обгадить там все и всех! Хотя там ничего особо нового! Летим дальше! С Бруклинского моста классный вид! Вам это место не подходит!
Ветер с моря довольно сильный. Поднажмем. Эй, Пиджи, покажи бочку. Да, так-то. А лесок рядом с Квинсом? Мама меня туда часто водила. Это был наш тайный оазис. Хорошее место для птицы. Ого, регата! Говард бы оценил. Не волнуйтесь, птички, новый дом уже близко. Нравятся паутинные крылья? Ха, спасибо за вдохновение. Никогда не забуду, как гонял с вами по Нью-Йорку. Туда водила в детстве. Много деревьев. Самое то для Пиджи и его друзей. А неплохо. Спасибо. В этой жизни мало кто делал мне добро. Обращайся, Говард! Хоть и другой район, но все равно не очень далеко от тебя. Устрою птиц и вернусь к тебе. Говард? Надеюсь, вам понравится. Как я хорошо размялся. Ух, поеду-ка на поезде. Наверное, Говард волнуется. Нужно убедиться, что все в порядке. Нет. Говард? От естественных причин. О, Человек-паук! Простите. Говард был мне другом. Оставайся сколько нужно. Если это важно, похоже, он умер счастливым. Да. Его ждет путешествие. Вместе с женой. Будь спокоен. Птицы свободны.